Как у вас настроение? Что хорошего происходит? Да. Вот что вам скажу. И я буду, наверное, достаточно жесток. А с чего вы решили, что мир устроен так, что все люди друг другу братья, что нас должны понимать, что все должно быть хорошо, и что да все наладится, что все и почему должно наладиться? Ну вот, вот просто реально, что должно наладиться? Человек самый страшный из существующих животных на Земле. То есть более страшного хищника, чем человек, нет. Человек по своей природе убивает больше, чем может съесть. Хапает больше, чем может унести. К себе подобным относятся так, как не относится никто еще из животных. Человек колоссально и неоправданно жесток. Если дать возможность человеку проявить себя, то не удерживая в неких рамках, то эти проявления абсолютно ужасны. И все, что происходит, вот вся мораль, нравственность, они призваны к тому, наверное, чтобы удержать человека в рамках, когда он не сотворит абсолютно страшное зло. Уровень грехопадения, которому способен человек, совершенно ужасающий. Ведь это все история про человеческий род. И когда ты смотришь то, что происходит сейчас, и ты видишь вооруженный конфликт на территории Украины не в формулировке, которую я только что привел, там специальная военная операция, вооруженный конфликт, а ты видишь это совсем-совсем иначе, ты видишь это как глубинное противостояние абсолютно зла, абсолютной низменности по отношению к чему угодно, по отношению к абсолютным вершинам духа. Вот мне пишет человек, и я думаю, человек человеку рознь, не все люди творят зло, пишет Павел Денисенко. Павел, ну к чему вот эта абсолютно пошлая и глупая сентенция, которую вы сейчас излагаете? Она вообще о чем? Что, это меняет отношение к человеку как таковому? Война в этом плане как раз очень четко показывает, насколько низко может упасть человек и как высоко может поднять человеческий дух. И человек постоянно разорван между вот этим своим звериным естеством и вместе тем, что называется духом, душой, который заставляет его совершать абсолютно иррациональные с позиции зла и опасные для него поступки. Но и выводы, исходя из этого, тоже ведь очень страшные. Ведь война гораздо более естественное состояние для человека, чем мир. Это звучит ужасно, это звучит печально. Нет, 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 что вы. Да ну прекращайте. Именно поэтому, когда мужики оказываются на войне, как бы это ни странно звучало, они вдруг осознают, что... А вот это и есть их предназначение. И когда сейчас пытаются представить себя сторонниками добра Шольц и Бербоки,
Урсулы фон дер Ляйны, Макроны, Сунаки и Байдены. А ты на них смотришь и видишь, что на самом деле это абсолютный сатанизм. Это сатанизм. Это абсолютный тоталитарный сатанизм. И мы ему противостоим, с ним воюем. Формулировка «не может одна страна нападать на другую» — у меня, конечно, простите, но почитайте, пожалуйста, Библию. Библия-то происходит постоянно. Постоянно. Господь указывает, и по его повелению идут и воюют. Категория нападать, нападение — это что? Плюс, а какие варианты? Ну, бежит на тебя тигр. Глаза налиты кровью, видит тебя как уже готовую добычу. И вот он прыгнул. И что дальше? Ты должен стоять и ждать, пока его когти до тебя дотянутся? Нет. Вот Александр Федонин, совершенно не знаю, пишет: нацисты тоже представляли себя как добро. Нет. Они как раз как добро себя вообще не представляли. Но то, с чем мы столкнулись, и то, с чем мы воюем, это не история 10 лет, это не история 15 лет. Это история гораздо более долгая, гораздо долго более страшная. А мы? Не, мы другие. И наше предназначение другое. Мы вообще о другом. Как мы будем всегда воспроизводить новых святых, они будут воспроизводить новых бесов. А сейчас у нас погода и время Голованова. Здравия желаю. Здравия желаю, Владимир Владимирович. Небесные фронты. И какой у тебя там радиационный фон? Ты обычно такой вот... Говорят, сейчас мы сильно бахнули по складам, так что надо пригласить представителей МАГАТЭ. Они же говорили, что объединенный уран – это совершенно безопасная вещь, так что пусть туда приедут и подышат полной грудью. Да, Владимир Рудольфович, кстати говоря, своевременно, потому что такие удары нужно наносить с учетом аэросинаптической ситуации, чтобы все это радиационное дерьмо шло в страны Западной Европы. Ну, в общем, что называется, пусть жрут по полной.